порядочно давили, можно ли сказать, что не включились изначально? Можно, наверное, так сказать, что я, как я уже сказал, с первого периода не были сразу готовы 100% начать игру и пропустили первый пропять и проигрывали по ходу матча, старались выровнять в третьем периоде, старались играть правильно, найти нашу игру, но не хватило. На ваш взгляд, достаточно ли Салават сегодня крутил пятак соперника? Насколько ли это было сегодня необходимо? Я считаю, что да, можно было больше бросать, не совсем использовали свои шансы для броска, что доставляют шайбу до ворот и не выигрывали борьбу под воротом. Что скажете о прессинге Амура? Насколько Салават сегодня с ним справился? Особенно в первых двух периодах он был довольно значительным. Да, знали, чего ожидать, знали, что они пойдут активно. Но не все получалось, немножко застревали при выходе из зоны, поэтому они создавали момент. Лишь 4 матча из 18 Салават выиграл в сезоне, когда соперник открывал счет. Почему так тяжело в этом сегодня с камбэком? Тяжело сказать, и стараемся играть независимо от счета, но не всегда получается. Вы знаете, как болельщики болезненно воспринимают подобные поражения, тем более от команды из нижней половины таблицы. Повлияет ли это на настрой на «Адмирал»? Возможно, что-то скажете болельщику? Да. Следующая игра будет с чистого листа, и надо поддерживать команду независимо от проигрыша или выигрыша, и мы стараемся делать все для победы, и в следующую игру выйдем и будем бороться, будем показывать нашу игру. «Адмирал» стал интереснее как соперник, на ваш взгляд? Они проводят хорошие сезоны, очень много игр выигрывают и мало пропускают, тоже играют активно, поэтому надо быть к этому готовым.